В Омске полицейские задержали парфюмерную воровку. Представители сразу трех магазинов косметики написали заявление об исчезновении с полок дорогих духов. Оперативники изучили записи камер наблюдения и установили, что кражи совершала одна и та же женщина. Подозреваемая некоторое время ходит между стеллажами, смотрит этикетки, нюхает шампуни, а потом берет с полки коробку с парфюмом, кладет в сумку и идет на выход. Почему-то во всех случаях электромагнитная рамка не подала сигнал о выносе товара. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Примечательно, что воровка каждый раз уезжала от магазина на такси. Это ее изгубило. Опросив перевозчика, полицейские установили адрес, куда направлялась подозреваемая. Была установлена 31-летняя жительница города Омска, которая была задержана на квартире своего знакомого по улице Вторая Путевая. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенных на территории города Омска. Дознавателями отдела полиции номер 7 УМВД России по городу Омску возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.